идет процесс по освобождению 8 сел Казахского района. Армянские источники сообщают, что уже как 2 дня около 500 российских миротворцев и азербайджанцев проводят измерение Азербайджана-армянской границы в казахском направлении. В воскресенье экс-премьер-министр Армении Грант Багратян написал на своей странице в Facebook о том, что на данный момент азербайджанцы проводят замеры в общине Азат-Тавушской области, в окрестностях бывшего Бархударлы. «Уже подошли ко многим нашим соотечественникам и очень вежливо сказали, уберите свои хлева и дома на ту сторону реки», — написал Багратян. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.